Решение не принято, но уже и не слухи. В Минтрансе региона рассматривают вопрос о прекращении работы межгородского маршрута номер 220. Он связывает республиканскую столицу с городом-спутником Новочебоксарском. 10 минут ожидания, и двери открываются. Маршрутка 220 едва ли не под напряжением. На остановке только и разговоров о возможной отмене маршрута. Утром же люди на работу ездят. Конечно, он нужен, 220-й. Он же именно в такие районы проезжает. Поэтому отменить его никак. Маршрут до Новочебоксарска на самом деле не единственный, зато самый удобный. Да, я пользуюсь данным маршрутом, так как я периодически езжу в Новочебоксарск. Бывает. И для меня это удобно, так как маршрутов на моем пути за счет 220-го больше. И некоторые остановки как раз-таки он проезжает. И если его отменят, останется 262-й, получается, и он немножко будет подлиннее. Перевозчик от комментариев на камеру пока отказался, говорит, что решение принято, но официальной бумаги он еще не видел. Да, маршрут номер 220 и вправду хотят отменить. Его сняли с конкурса. Минтранс говорит, что вместо него хотят пустить автобус номер 32. Пока точно неизвестно, когда произойдут эти изменения. Народ возмущен. Пассажиры собирают подписи о сохранении маршрута. Кто, где и когда собирает подписи, неизвестно. Однако каждый, кто ждал, тот самый 220-й готов подписаться. Ирина, по иронии Чебоксарова, до Новочебоксарска ездит каждый день. На 220-м маршруте я добираюсь до работы. И на нем очень удобно, потому что он прямиком едет, то есть проблем не возникает. В региональном Минтрансе сегодня комментировать идею о закрытии маршрута оказались не готовы, но обещали дать ответ на запрос нашей программы в ближайшие дни. Вадим Муравьев, Анна Центовская, Республика.